Вот. Где эти ученые? Почему так случилось? А кое-что, ну, какой-то прогресс, это не прогресс, да? Вот смотрите. Вот смотрите, вот смотрите. Ага. Это Красноярский Госуниверситет. Вот, зовут София. Фамилию еще не запомнил. Как дружить будем, не знаю. Вот, это как бы смычка между любительским и научным садоводством. Специалист по грибам. 3 фильма вместе сделаны. Вот-вот появится на моем, как называется, на моем канале. Садоводство по Железову канал. Вот. Вот это. Идем дальше. Ну, на всякий случай. Полюбуйтесь то, чего никогда не понадобится науке. Ирина Санка говорит, вот эту фотографию, у нее свои источники, у нее свои явки, пароли, у нее свои эти, ну как, друзья. Все, кто видит, говорят, этого не может быть, и на этом все. Я назначил цену за такую косточку. Вот. Мне это недешево стоило. Я назначил за косточку 100 рублей, принципиально. Вот, думаю, подожду науку. Уже 3 из друзей сделали заказ по 10 штук. То есть на 10 косточек не жалеют 1000 рублей. Можете меня камни кидать, но у меня это надо это самое, помогать людям. Я живу не для себя. Вот. Пока телогрейка, это мой предел. Теперь, это свежий урожай. Вот сейчас, сейчас секундочку, надо дать работу. Так, прошу прощения, но процесс не останавливается. Ладно, что тут еще интересного? Вот, пожалуйста, мои гости. Вот это самое. Вот скажите мне, кто кого украшает? Сад этих девчат или девчата украшает сад? Это настолько, ребята, мужики, это настолько органично все. Понимаете? Настолько органично, что по-другому и быть-то не должно. И вот Ирина Санна знает, подтвердит всегда и всюду. Я вообще в саду больше месяца 2-3 ничего не делал, не подходил ни к одному дереву. Ничего, когда пришла пора, то есть они зазеленели, я брал кол, где-то выпрямил молодой саженец, вот, где-то, допустим, бывало, чуть-чуть обнажилось корни, так бывает. Даже после сильного ливня, бывает, обнажаются корни. Все-таки какое-то время еще черный пар держится, пока зарастает, вот. А потом все, целое лето дурака провалял. Но это со мной впервые такое. Почему? Потому что я, наконец, полностью отдал все Сергею. Я для души выращивал несколько десятков саженцев. Я помог Елене Александровне, научил ее работать не так, как в институте учат. Не дай бог. Вы видели их саженцы. Вот. Я научил делать настоящие саженцы. Сейчас здесь растут даже ее. А как растут? Залито это самое, уже пришлось в Савиничах мерить. Вот. До 2 метров прироста, без единого полива и без подкорма. Вот. А вот это вот репортаж идет с моего сада, видите? Следующее поколение. Успеть бы, успеть бы, успеть бы. Ребята, не обижайтесь на эти, на цену моих семечек. Так надо. Ну вот, смычка состоялась.